Одинцовские единороссы проверили состояние береговой линии Москвы-реки в деревне Барвиха. Инспекция прошла в рамках реализации партийных проектов «Городская среда» и «Российское село», а также контроля исполнения народной программы партии. Территория находится в удовлетворительном состоянии, берег хорошо укреплен. Как отметил депутат окружного совета депутатов Станислав Улитин, такие проверки будут продолжаться до окончания летнего сезона.